Всем большой привет, друзья! Уверена, что вы любите вкусные и быстрые приготовления закуски на праздничный стол. Вот сегодня у меня такая закусочка получилась, и сейчас мы такую закуску с вами и приготовим. Берем любимый сыр и натираем на меленькую терочку. Яйца вареные нам понадобится 4 штуки. Чесночок обязательно я добавляю. Заправляем майонезом, перчик по вкусу. Хорошо перемешиваем и добавляем зелень. Я сегодня добавляю лук зеленый. Можно добавить и петрушку. Еще нам понадобится вот такая колбаска нарезанная. Обрезаем края. Хорошенечко смазываем каждый блинчик. И вот так сворачиваем в трубочку. Поправляем края и украшаем по желанию. Друзья, обожаю такие закуски, которые быстро готовятся и просто. И как видите, продукты все доступные и недорогие. Так что смело готовьте на новогодний стол. А я желаю вам приятного аппетита, море позитива, до новых встреч. Пока-пока!